Всем доброе утро, бродяги, с вами Бодяга, и я уже не знаю просто, как мне спасаться вот от этого света, я просто не представляю, я не знаю, сегодня, короче, возможно, я стрим все же проведу, я точно не уверен, что я его вообще проведу, но, может быть, и проведу, просто у меня времени пока нет на стрим, я постоянно видосы вам снимаю. Короче, у меня голос охрип, я болею, если что, да, у меня по глазам, может быть, видно, что я болею, господи, у меня все красные, я только проснулся заодно, вот. С вами Боди, еще раз повторюсь, и сегодня у нас музыкальный беспредел, и это угадай песню по эмодзи за 10 секунд. Че я могу вообще здесь какой вывод сделать? То, что надо поставить лайк, надо как минимум постараться пройти этот челлендж, и просьба от вас, от меня, это то, чтобы вы поставили тоже лайк, поставили комментарий, и самое главное, подписались и поставили на колокольчик. Че там пишут, пройдем мы вообще или нет, кто-нибудь пишет, что мы пройдем? У тебя классные видосы, здесь я согласен. Так, про нас никто не пишет, а нас все хрен забили. Огромный болт, который даже матушка не узнает. Ну ладно. Всем привет, с вами Игорь, вы на канале Музыкальный Беспредел. Давай, погнали. Я 3 выпуска подряд угадывал песни, зашифрованные в эмодзи, которые мне присылали мои подписчики. Вот именно. А я не мог пройти, потому что он проходил. Чики, теперь твоя очередь. Хоть ты и будешь угадывать без меня, все равно будет интересно. В конце мы, как обычно, подведем итоги. Ну а чтобы попасть в выпуск от подписчиков, нужно просто подписаться на мой профиль в Инстаграм и прислать мне в директ песню или песни, зашифрованные в эмодзи. Просьба, ладно? Про домашнее задание, которое подписано на канал, и жми на колокольчик. Ну все, погнали. Я там увидел сразу, это миллион алых роз, Егор Крид. Я случайно спалил. Конечно же, это бессмертный хит от Аллы Борисовны. Я случайно спалил, но вы сами видели, когда перематывал. Борисовны, переродившийся в хит Егора Крида «Миллион алых роз». Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Так, вот теперь я попёр, ребята, давайте. Ай. Смотрите, это ребенок, а это корона. Принцесса, меньше стресса или нет? Короче, что-то с принцессой связано. Сейчас, подождите. Либо, эй, принцесса, меньше стресса. Я не знаю. А что может быть связано с ребенком? Если ты подумал... Маленький принц, я вообще думал, это девочка. Думал, что это королевский ребенок, то ты был очень близок. Этот трек от группы ЛСП под названием «Маленький принц», который пропитан глубоким смыслом, не меньше, чем повесть Экзюпери. Принц не впишется в их трафик, да ну его нафиг. Фейсбургер или как там? Фейс, ну это фейс должен быть. Типа, есть я роняю запад, а есть что-то про бургер. А она жрет мой, как будто это бургер. Бургер? Вот это вот. Наверняка, чтобы отгадать этот ребус, ты собрал целый консилиум из мам, пап, дядь, теть, дедушек, бабушек и даже соседей. Но по факту его отгадал твой младший братишка, залетевший в комнату с криком «Эшкере». Эшкере! Да ладно, я угадал! Эшкере! Раз, два, три! Во-первых, не Эшкере, а Эшкере. Пожалуйста, люди, говорите Эшкере. Ну а если серьезно, впервые за все выпуски у нас ребус из одного эмодзи. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Гуччи гэнг, Гуччи сквад. Я говорил. А вы еще? А вы мне не верили, что это фейсбургер? Я прям сразу подумал, что это бургер. Я даже думать об остальных не стал. Так. Ну вообще у нас вот, когда нам было лет по 12, я все время вот так вот показывал, но вы поняли, что это означает. Значит, здесь что-то связано с сексом, не? Нет. Парень махает рукой. Так. Знакомство для секса. Много слова этого, да? Кекс буду говорить. Блин, я не знаю. Чё? Ну-ка. Ты наверняка сейчас подумал, ну сколько можно... У меня все окей, точно. ...вставлять не алкоголика от Little Big. Но оказалось, что это снова ЛСП. Со своим стареньким треком... Я даже близко не могу угадать. Окей. У меня все окей, круто.
переживаем этот день. И ты, уйдя, меня лишила кислорода. Дава кислород. Все правильно, это лишенный кислорода Давид Манукян. Я сейчас не могу вообще петь, у меня голос охрип. Он же Дава. И ты, уйдя, меня лишила кислорода. Мне не дышать и не догореть. Видите, да, как писец? Все, не слушайте меня, у меня вообще. Ай. Деньги. Я показал, что это ЛСП Фит Фараон, нет? Я прям вижу, как оживились люди постарше, по ту сторону экрана. Так, значит старше. Это повзрослее песня, значит это не ЛСП Фит Фараон. Просто я помню песню там, где я потрачу деньги на большую рыбу. Большую рыбу. О-о-о-о. Вот эта песня. Ну вы ее не знаете, наверное. Сейчас. Че это за песня? Слушайте, здесь постарше. Точно не «Ну, привет». Баста? Yeah. Че это? Меня самого порадовал этот ребус. Я просто сейчас посмотрю, угадаю я или нет вообще. How much is the fish? Или почем рыбка от Скутер? Кстати, кому интересно, при чем тут рыба в этой песне, я вставлю подсказку сверху справа на видео с песнями детства, в котором я подробно рассказываю не только про рыбу, но и про другие интересные вещи. Да и вообще, мой канал не ограничивается одними угадай челленджами. Так что, кому интересно узнавать новое про хорошо знакомые песни, заходи на канал и ищи видео на интересующую тематику. Да, я вспомнил. Я знаю эту песню. Ну это понятно, чё, это понятно. Я суперзвезда. Ну типа Мариан Ро. Либо если не она, то это все люди как люди, а я суперзвезда. Но это скорее всего Мариан Ро точно. Я прям уверен, я уверен. Неоднозначный набор эмодзи. Можно подумать, что это либо Лобода Суперстар, либо Мариан Ро Мегазвезда. Но подписчица загадала именно песню Светланы Лободы. Ну знаете, будем считать, что мы угадали. Серьезно, здесь три варианта ответа. Поэтому будем считать, что мы угадали. С утра, да мне можно все, я же суперзвезда. Так. Подарок? Ох, как это трудно. Подарок. Все. Что, что? Хрен в очко, Богдан. Понял. Подарок. Да я уж пятый раз это слово говорю. Привет. Мэтрэнг. Фит Баста. Привет. Все верно, это лиричная песня от Рамиля. Надо было просто не угадывать, а просто плей нажать. Ты подари мне поцелуй. Я даже не знаю. Подари мне поцелуй. Подари мне все себе. Кстати, ну все, это легко. Это легко. Вот здесь я угадаю. Матранг Медуза. Мои друзья. Вот сейчас я просто решил проверить, забыл ли ты песню «Медуза» от Матранга или нет. Судя по тому, что ты сейчас поешь на всю квартиру про дружбу с Медузой, видимо, не забыл. Медуза, 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 мы друзья. А вот и домашнее задание от подписчика. Попади в десятку счастливчиков, которые первыми угадают за Мы летим на Сузуки со скоростью звука LJ. Фрованную песню. И ребята, я дал вам подсказку, угадывайте. Конечно же, счастливчики из прошлого выпуска. Так, ладно. Ай, надо поле притоптать. Так, давайте перемотаем. Фараон 5 минут назад, я ставлю ставку. Еще один не самый сложный ребус, но очень крутой совместный трек от Фараона и Бульвара Депо. 5 минут назад. 5 минут назад. Я был там. Так.
Но я не знаю, неужели это я крокодил, крокожу и буду крокодить. Я ни разу в жизни эту песню не слушал полностью. Слышал только 5 секунд отрывка. Всегда. Но я не думаю, что это она. Но я ставлю ставку, что это и она. Теперь ты определенно знаешь, как выглядит крокодить на она, языке эмодзи. Крокодить, крокодить, крокодить. Да. Туда-сюда ходить. Но это говно, а не песня, она мне вообще не нравится. Типа, что это за... Сколько она вообще набрала? Сколько набрала? Я крокодил. Просто напишу, я крокодил, крокожу. Вот сколько она набрала? 12 лямов? Вот это говно? Пипец. Мне серьезно обидно то, что такие треки набирают 12 лямов. Это же фигня полная. Ну, типа, как это можно слушать? Уж лучше тогда пусть Big Baby Tape набирает 12 лямов, а не это. Просто я крокодил, крокожу и буду крокодить. Все, что он сказал, охереть можно. Так, ладно. Хотя да, Фейс-то точно так же делал. Ну, Фейс хотя бы песни такие кочевые. А здесь я крокодил, крокожу. Кто под нее тусоваться будет? Ладно. Ученик, платье. Ученица, значит, 17 лет. Любит скрипку и петь. Гитару. Ну-ка. Все верно, это Василий Вакуленко, а.к.а. Баста. Когда... А, Медлячок, чтобы ты заплакала. Любимая песня всех выпускников Медлячок, ну или выпускной, кому как больше нравится. И пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграть сумел. И все, что ли? Так, стоп. Я ухожу за дверь. Люблю тебя. Все, больше не буду зевать. Мне кажется, это твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос трубки домофона. Старая, но любимая многими с детства и юности песня от Евгении Отрадной. Уходи, дверь закрой. Если нахлынула ностальгия, то пересмотри все выпуски песни. А мне вот показалось, что это оно как раз, честно. Песен детства и песен с твоей старой Nokia на моем канале. Тебе обязательно понравится. Уходи, дверь закрой, у меня теперь другой. Я слушал эту песню. Да, опять, вот знаете, вот с утра мне везет то, что я не так сильно злюсь, когда проигрываю. Ну чё это? Ну близнецы, что ли? Я люблю тебя. Да, тебя. А ты уже почувствовал, как... Нет, с утра труднее угадывать. Полетели феромоны и заполнили рюкзак. Верно, это Фогель и его малолетняя любовь. Но это должен быть Рауф и Фаик. Я люблю тебя, с тобой хотел прожить всю жизнь. Сейчас я потерял тебя. Нет? Здесь было сложно, ведь песня старая, но весьма Руки вверх. Популярная. Руки вверх. Он тебя целует. А он тебя целует. Говорит, что любит, и ночами обнимает. Да. Да хер пойми, ну что это? Нассал, что ли, кто-то в эту чашку, потом выпил и стал скелетом? Дикий яд, песня, мне кажется, называют. Надеюсь, ты все-таки смог... Да ладно! Ёб твою мою, ёб твою! Дикий яд! Угадал! Мог угадать заедающий тречок от Мрида. Дикий яд. Столько радости даже с того момента, как я посрал, не было. Так.
какого хрена я остановил на этом? Машина? Слушайте, отстаньте, а. Не знаю. Это не шутки. Подписчица загадала... Это маршрутка. Песню о ё... Я не знаю. Новый маршрутка, которую ты с большей вероятностью отгадал. Это не шутки, мы встретились маршрут. Слушайте, я только проснулся, мне позволительно. Был бы день, я бы угадал. Под номер... Каждый раз я вспоминаю детство. Почему я так делаю? Каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. Нет, это не то. Да, но по 16 устали целоваться. Рауф Фейк, детство. Душевный трек от братьев Рауфа и Файка Мерзаевых «Детство», на который в конце июля вышел клип. Детство, помню наше место. По 16 устали целоваться. Я радуюсь секунду, подумал, что это Джарахов пьем. А что связано с едой? О, господи, не знаю! Одна из наших подписчиц решила, что ну, немного... Ну вот видите, вот такие вот песни я не угадаю, они давнишние. Рока нашим выпускам не помешает. И загадала песню Короля и Шута «Ели мясо, мужики». Ели мясо, мужики. Не поверите, будильник. Обосраться. И вот так вот я всегда, кстати, просыпаюсь. Я уже забыл, как будильник у меня звонит. Охренеть, да? Вот я тоже сиранул сейчас. Так, я не знаю, что это. Прочь из моей головы, вторят Амчи и Олег Терновой в своей песне. Я говорю, стой, ты каждый раз врываешься и делаешь. Пришло время подвести итоги. Внимательно подсчитай количество угаданных песен. Ребят, посчитайте, пожалуйста, за меня, мои бродяги, я вас прошу. Просто умоляю. И умники тоже. Короче, что я могу сказать. С вас лайк, с вас подписка. Это все, все прошу вас. За то, что я вот так вот потею. Я уже устал, я не могу. Ну, у меня так много нервов уходит на эту какашку. Я проигрываю постоянно. Ну дайте мне хотя бы раз выиграть. Дайте мне хотя бы раз вот выиграть. Ну дайте мне, пожалуйста. Поэтому всем спасибо большое за просмотр. Вы поставите лайк. Вы самый главный комментарий напишите, сколько я прошел. И сколько вы прошли. Мне интересно, вот я один такой. И главное пишите, а то постоянно другие комментарии пишите. Типа посмотри то, посмотри это. Когда я вас прошу написать, прошли вы или нет. Меня бесит просто, когда я вот прошу человека сделать что-нибудь, а он не делает. Поэтому спасибо большое за просмотр. С вас подписка, с вас комментарий, с вас колокольчик. И до новых видео. Да.